Итак, мы с Кариной в парке аттракционов. Скоро мы будем вон там. А это очередь в Эрмитаж. Thank you.
покрашенная деревяшка. Все готовы? Три, два, один. За то, что вы стали частью истории Барта Фабри плюс гип-хоп. Я-то, собственно, приехал на брейк-данс сегодня сюда. Бесподобно, тает во рту вот здесь, вот мексиканская шаверма. Вся туса проходила там по брейку. Здесь был чисто вакинг и хип-хоп. Очень зал поддерживает, когда освещение крутое, когда вообще танцоры круто одеты. Смотрится, конечно, круто. А, вот, кстати, мост. Правда, не знаю, что за мост. В Питере много мостов. Питер вообще славится мостами. Движуха не прекращалась. Даже когда между батлами все танцевали, то прочее. В общем, вот он, Red Bull PC One, вон B-Boy Ян, кстати, кто узнал, Almost команда Москва. На днях в городе гуляли, случайно увидели Децела, шел нам навстречу. Я, конечно, стал фотографировать его, на камеру снимать. Человек идет своей дорогой. Дреды, кстати, у него прям по полу волочились, настолько длинные, прям касались асфальта. А мы тебя ищем. Я всем рассказывал, конечно, шаверма была вкусная. Тебе понравилось? Да. Вход, кстати, бесплатный на это все мероприятие, абсолютно бесплатный. Димка ждешь. Сегодня уже закрывается, разбирается. Почувствуем себя танцорами на этой сцене. Из Питера всем привет, Стрит Прожик. Вот тут нарисовано. И продолжается, как вагон. Да-да-да. Здесь сидят. Очень прикольно. У-ху-ху. В общем, мы на питерской тусовке. Вот он, The Ground. Вот это туса. Друзья, сейчас ночи. Туса перед клубом. Не менее крутая, как туса в клубе. Я так и знал, что будет батл. Спасибо! 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 Спасибо!